Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня попробую вас удивить. Начнем. Для начала я попробую перенести вас немножко назад во времени. Сейчас у нас весна, а мы попробуем на несколько месяцев назад отправиться, когда у нас была зима. Мне потребуется помощница. Регин, можно тебя попросить на сцену? Я буду сейчас показывать фокус с предметом, который, я думаю, вы все сталкивались. Это обычная веревка. Вот она. Регин, проверь, пожалуйста, что она обычная. Подергай ее. Сейчас мы ее будем разрезать. И... Регину! Значит, Регин, я тебя попрошу, смотри, сделай вот так вот руки, как будто у тебя ножницы в руке. Спасибо. Найдем центр веревочки нашей, приблизительно вот здесь, да, и давай режь, и зафиксируй, да, вот. Ну да, приблизительно центр, а теперь то же самое мы повторим, но уже с настоящими ножницами. У меня всегда все с собой. Итак. Опять же, найдем центр нашей веревочки. Так. Теперь, ну, разрежь по-настоящему, пожалуйста. Да, да, прям здесь, прям по центру. Прям разрежь, да, не бойся. Все, отлично. Итак, у нас получилось две веревки с двумя концами. Ножницы можешь мне отдать потом. Так, положим. Итак, две веревочки. Смотрим внимательно, дорогие друзья. Я возьмусь за один конец и веревочка у нас целая. Давайте попробуем еще раз. Смотрите, найдем серединку. Приблизительно вот здесь. Так. Итак, Регин, возьми, пожалуйста, ножницы еще раз и разрежь. Вот третья наша. Давай. Режь. Давайте полностью прямо уничтожим, прям вот до конца прям разрежем все. Полностью уничтожим связь. Так. Итак, у нас опять два куска веревочки. Смотрим внимательно, дорогие друзья. Она снова целая. Спасибо. Но я на самом деле не для этого ее сюда вынес, чтобы вот разрезала Регина, а я ее восстанавливал. Да? Сейчас я попрошу, чтобы ты связала мне руки. Я попозже объясню, для чего это нужно. Возьми, пожалуйста, веревочку. Я пока пиджачок сниму. Мне удобнее было. Итак. Давай по отдельности прям, чтобы все было четко. Да. Завязывай сильнее прям. Все, еще сильнее, не бойся. И теперь смотри, чтобы мне еще усложнить жизнь, давай мы завяжем мне руки за спиной. Обязательно покажем, сейчас развернемся, покажем. Сильнее, Регин, завязывай. Вот, у меня все завязано. Итак, а теперь я попробую выпутаться. Не-не-не, я против. Игорь, я больше не доверяю выпускнику. Давай-ка, Регина, по моим правилам. Регина, давай, я тебе отдам вот замочек с цепью, и вот тогда я поверю, что это правда. Вот. Мы так не договорились. Я думаю, никто не против, да? Ребят, вы не против? Веревочку там я и сам могу, вот. А вот это я вот, пожалуй, посмотрю. Блин, что происходит вообще? Я...
то. Мы так реально не договаривались, что происходит вообще? Регин, можно тебя попросить, накинь мне, пожалуйста, пиджак еще на меня, прежде чем... Да. Стесняется. Давайте позовем Игоря помочь Регине подержать обруч, пока... Давайте позовем. Как Деда Мороза позвали. Регин, давайте помогу, я просто... Спустите. На самом деле, мне интересно, что... Спустите что? Спустите обруч, я же не начал выпутываться. Обруч, давай спустим, давай. На счет три тогда начнете его, да? Поднимать? Ну да. А долго происходить будет? Ну, я постараюсь побыстрее. Давай, мы просим тебя. Поддержим, да, Сергей? Давайте, на счет три. Раз, два, три, поехали! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Да, 11! Друзья! Все! Все? Не получилось? Нет, все получилось. Все получилось. Все получилось. Бросай обруч. Или еще раз подниму. Давайте попробуем все-таки. Я же хотел выбраться, а не одеть пиджак. Давайте попробуем. Да, кстати, ты пиджак просто одел, я даже не заметил. Чтобы выбраться, если теперь попробуем. Сейчас маленький гномик поможет, который сидит в этом саркофаге. Почти уже. Сейчас, друзья, буквально чуть-чуть. Все, я думаю, что все. Ты точно все? Да. Ты одет? Нормально? Все, давай. Все, снимаем тогда с тебя обруч. И ты действительно... А ты что-то даст? Спасибо, друзья. Ну, на этом, можно сказать, я закончу свой номер. Буквально последний штрих. С вами был Сергей Гостов. Аплодисменты Сергею. Прекрасный номер. Очень много.